Самый простой разбор на песню «Я охуенен и пиздат». Эта песня выстрелила у тиктокера буквально неделю назад. Мой слух подсказывает, что аккорды там вот такие. Аккорд С, аккорд Г, аккорд АМ и F. Также мой слух подсказывает, что там просто обычный бой шестерка с переходом через галоп. Но я думаю, автор не подразумевал переход через галоп, и там про обычная шестерка. Обычной шестеркой будет играться по два раза на каждый аккорд, то бишь два раза на аккорд С, два раза на аккорд G, два раза на аккорд АМ и два раза на аккорд F. Я купил в лавке пиво за рублей 50, чешского разлива, но щеки уже горят. Я охуенен, ну пизда, ты зацени. Такая вот обычная легенькая песенка. Пока.